Здорово, ребят, с вами Алексей. Мы снова на Мехико. Мы снова в КФ. На снайперках, потому что другого ничего я не нахожу. Попытаемся быть асом. Попытаемся. Попытаюсь я, разумеется. Так, бомбочку уже поставили. Нас рвут. Привет, чувак. Идиот. Заряд в точке А. Только с прицела я просто умею, люблю. И я мимо все. Наша ФК. Еще и пингер. Пингеров здесь хватает. Вы, наверное, постоянно удивляетесь, почему именно Мехико. Я вот сам удивляюсь, то, что создает именно ее. То есть, в большинстве случаев создают именно Мехико. Остальные КБ вообще не создают. Только на миссии. Я ведь об этом уже говорил. Так оно и есть. Я бы сам поиграл на других, но вот нет возможности. Что есть, что есть. Туда я захожу. Ого. Он там в прыжке кое-кого подцепил. Я его подцепил. В конце концов, не бот. Или не бот, не знаю. Короче, он лагерь. Подох он на полсекунды позже, чем я его пристрелил. Так, так, так. В стыке никого. Да их по... А, нет, есть тот самый. Их всего 4, по идее, поэтому... Как-то особых сложностей я здесь не вижу. Сейчас просто он там допрыгается, добегается. Довылазится. Видите, он опять прыгает, прыгает, прыгает. Сейчас он полезет ко мне. Не, он не полезет. Он больше ничего сделать не сможет. Так, не лезьте. Миссия выполнена. Победил Глобал. Сумели. Короче, я по-прежнему болею, кто не знает. Это одна из причин, почему я не выпускаю видео так долго. Особенно по кроссу. Давай, не бот. Вылезай. Ты ж там? А там никого нет. Так, народу все больше. Не лезьте, я же не вижу нифига из-за вас. Я не знаю, каким образом я сейчас промахнулся, но меня слил нуб. У него 1.9. Боба 0. О, очередной. Кстати, мне постоянно пишут в игре. Доллар, ты снимаешь видео? Доллар, это ты? Это самое, типа... Я твой фанат, я твои видео смотрю. Очень часто я вас замечаю, но смысл в том, как вас много в игре, то есть вы это типа на показуху. Типа я твой фанат, все дела. А в остальном вы не активны вообще. Для числа. От вас толку ноль. Лайк не ставят, не комментируют. Активности вашей я не вижу никакой. А в игре так сразу. Дофига фанатов, дофига всех. Один раз, видимо, на видео заглянули, увидели меня. Мол, все, там типа подписались, может не подписались, неважно, главное, что увидели и знают. Заряд установлен. Ступил. Договорился, короче. Говорю, 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 и в итоге расслабился совсем. Бомбу уже поставили, всех нас слили. Их много, нас всего один. Короче, ребята, вы поняли смысл, нет? Вас много в игре, как казалось бы, пишут мне, а на деле вы себя не показываете. И это очень обидно. Кто бы там не подумал, что я сейчас опять же въеживаюсь. Мол, у меня дофига фанатов, на самом деле вас-то нету. На самом деле нет. Ашку, ребята, возьмите Ашку. Или сток, ройте.
со мной вместе, молодцы. Ас у нас. Рвет. Че, там что ли? Ой. Ну я не спалил, не успел, не знал даже. Он в кишке, как обычно. Так точно. Мне так кажется. Я маленечко хриплю, я слышу его, по-моему. Там. Где-то там. Бля. Чуть, казалось бы. Постоянно палить без прицела, но это не всегда хорошо. Ну тут просто что я буду вблизи прицеливаться? Так. Еще в игре постоянно удивляются, как я без прицела всех убиваю. Ты бы хоть прицел использовал, палишься, блядь. Вот смешно становится. Когда я без него там всех рублю. Давай, убеги. Убежишь? Или его убили уже? А его убили уже. Или нет? Короче, не важно. В смысле? Тебя что, убили, оказывается, что ли? В смысле, Ас, ты где? Это что? Он по кишке прошелся, нет? Да, по идее. Вот слепой олень. Как ты общаться стал? Не буд, только за. Не потому, что он чит, а потому, что он лагерь. А я таких не люблю. Хотя я сам такой же сегодня, по крайней мере. Тоже одна из причин, почему я обычно умираю. Типа. Типа нашел причину. Так, в Ашке уже есть. Ща убьем. Надеюсь, вы никого не пропустили? Это я ж пугаюсь постоянно. В общем, мы смогли. Остался всего один. В первом стоке. У-у-у, ребята. Все. Победил Global Risk. Так, давайте. 6-12. Тяните. Тяните. Чё вы засели-то все, а? Зашкирились. Вас так поснимают. Взять под контроль точку А. Ёпт. 2х сразу. Подфартило. Среагировали на эту самую картинку. Там? Ага, конечно. Ну заметьте, вот под самый конец, да, когда он уже у них 12, они играть начинают. Тянут. Может, люди под конец нормальные зашли. Не знаю даже. Давайте тянем, потянем. Взять под контроль точку. В Ашку кто-нибудь. Так, там никого, как обычно, как всегда. В стоке постоянно. Все меньше и меньше. Еще полез. Как мне кажется. Хрен с вами. Так, сток. Ты что, убежал, что ли, сразу? Аста у них. Трусишка. Вылез, убил, убежал. Привет. Дождался. До Аса я до своего уж не доберусь в своей тиме, потому что у нашего уже двадцатка. 26. Это вроде бы девушка вообще. Победил Global Risk. Девушки тоже умеют. Давайте, давайте, давайте. Тянем, потянем. До 12, до 13 в наш счет. Вы сможете, нет? West best of the best. Окей. Я почти попал. Почти. Ну поскольку он лагерь, возможно, из-за этого я маленько проворонил его, не знаю, как вообще. Прицел чуть-чуть мимо.
Он там снимает уже. Всех наших. Ну, ребята! Под конец они начали показывать себя. Всех посливали. Лагерь остались. Вот не шумели бы, а? Ты бы не шумел. Наверное. Должно быть сегодня. Давно не было уже. Надо бы уже выпустить это почаще. Постараюсь записывать чаще. Не получается у меня, потому что чаще записывать... То есть приходит записывать и выкладывать такие серии, которые получаются. А постоянно записывать и записывать, чтобы получилась хорошая серия, ну, невозможно. Тем более, что игра лагает, зависает постоянно. При выходе заходит он. Проблемы большие. Бесит очень. Давай, заруби их нахер. А бомба не ждет. А бомба не... Да он всего один, давай. Не ссы. Успел бы, наверное. О, молодца. Потянул. Ну что ж, ребята, это не конец. Сейчас мы еще кого-нибудь вырубим, возможно. Надеюсь, что Unreal'ный не пойдет по стоку. Или мне хана. Наверное. Блин, не толкайся. Опять ты... Кто есть кишки, неважно. Так, наверху там никого, здесь никогошки. Там бомба валяется на центре, если мне не показалось. А там никого нет, ребятки, там никого нет. 15-5. Еще больше кто появится, нет? Остался один. Интересно, где? Вижу бомбу. А, ФК. Вы серьезно? Надеюсь, не обманываете, а? 10, 12. А у меня 16,5. Ну, то есть постепенно все лучше и лучше. Я сначала, когда начал только записывать вначале, думаю, что вот не получается у меня, поскольку я только зашел в игру, еще не разыгрался, все будет печально, но нет, нифига не печально, все окей, все как надо. Ох, зараза, Unreal'ный, я хитрый какой, присел между этой самой фигней, и там его быстро не зацепишь, не успеешь, но его слили уже. Надеюсь, мы победим. Ой, ребята, какая у меня сейчас проблема случилась с микрофоном, между прочим. И уже давно, и поэтому серия задержалась. Об этом будет в подкасте. А пока что продолжаем серию. Пать, ребята, авиабаза. Битва титанов. Новый режим, новая карта. Не знаю, что он из себя представляет. Сейчас посмотрим вместе. Как только я зашел, я чуть не оглох. Бомбят, стреляют. Что творится? Так, хп вижу, большие хп. Все, кончились хп, убил не я. Бомба есть. Вернее, грина. Это, в принципе, как выживание, походу, только с большим хп. А с разным видом оружия. А, кто-то кидается гренами, чем-то еще. Я вижу, у меня фэй мигает. Бля! Как так быстро меня убил? Там у меня же хп полный, по идее, должны быть. На базу к нам пришел. Чувак, возьми. Получи. А ты меня не ослепил. Сдохни. Так, один всего, да? У меня всего один. Да как ты так быстро на что-то добрался, я не понял. Тут у каждого свое оружие или нужно его где-то подбирать? Потому что я не пойму нифига. 15 секунд. Вот мне бы сейчас... Иди нахер отсюда. Когда ослепляет, вообще грушит просто насмерть. Где ты я взял? Ну, ребята, короче, я ничего не умею. Смотрим
все впервые, все вместе. Первый взгляд на новую карту, на новый режим. Нубский взгляд. Чувак, чуваки, я не знаю, что я вам кидаю вообще, что это такое. То ли грен, то ли слепо, то ли что вообще. Ну, короче, я пока что сливаюсь в этом месте. Получше. В стену врезалось вообще. Чё за херня? Чё творится? Короче, ребята, режим... Я не знаю пока, чё сказать. Мало в игре мутантов всяких, ксеносов. Так они ещё и сделали какие-то суперсилы в игре. Не знаю. Короче, нервносилие. Я не знаю, где он подбирает всю эту хрень. И причем он сразу знает, где я нахожусь. Как будто он там... Хотя вот только что я видел его ХП. Может, он ВХ? Патронов у нас много. Как в пулемете. Заметьте, ослепляют и глушат просто вообще. Без звука все. Ща Рост прибежит. Пацаны, где вы суперсилу берете, а? Рос, расскажи мне. Как молнии брать? Как быть таким необычным? Может, потому что ты ас тебе дается, я не знаю. Скорее всего, нет. Это лишь предположение, но оно ошибочное. Так, пацаны, не знаю, что это такое, наберите. Так, секу, секу, хп не остается уже. Сейчас Рост прибежит, захерачит всех. Бля, да где кто? Бомбит, бомбит. Сейчас у меня забомбит от этого режима. Вот из-за тебя я не люблю больше этот режим. Гребаный Рост. Хорошо, ребята, я заранее не буду... предисловить и говорить, что он говно. Я просто скажу, что я пока что его не понял. Где берутся всякие суперсилы, молнии? Что еще есть, я не знаю. Пока что молнии у него я заметил на руках. Моментально ими херачит. И не только он, еще и другие люди вижу. Где-то он, видимо, их подбирает, я не знаю. Читерская вещь, короче. Где он и берет, так вообще не понимаю. Где они валяются? Где-то наверху, возможно, как-то попасть на этот верх, если там вообще наверху находится. Скорее всего, нет. Пошел вон. Короче, ребята, справляйтесь с ним сами. Да. Мой счет 5-13. Вы понимаете всю суть, нет? Шкала заполняется по мере игры. О! Я заметил, там у всех левы прокачиваются. Кто-то больше, кто-то меньше. Короче, ребята, там на прокачку все. В игре замутили новый режим. Решили сделать что-то новенькое, но оно совсем мне не понравилось, сказать честно. А для новичков скажу. Это был не обзор. То есть то, что я там нифига не обозрел, нифига не рассказал, это я просто вот зашел просто поиграть. Как и в любую другую карту, которую я захожу. Зашел, сперва посмотрел, мне было не по душе. Зайду позже, но не на видео. Ну, по крайней мере, не на этом видео. Ребята, одно сплошное Мехико создают, и только. Мехико, Мехико и еще раз Мехико. Появился я уже поздно. Они все бегают, сливают нас. Короче... Хреново все. Осталось двоица, у них троица. Кто-то у них там ВХ, походу. Может, а, он еще и лагерь, к тому же. Короче, вдвойне. И, походу, он уходит. Через два голоса. Нет, он не ушел. А, людям было лень же так на кнопке. Короче, создают всякие сантории, 5 раундов. И только. Играть вообще, короче, не во что. И негде. Мимо все.
FPS мой, как обычно, самый лучший. Тима самая лучшая. Отпингованная. Перепингованная. Я вообще не успеваешь. Сток остался. Всех перебили. Все, ребята. Остался всего один. И он, кажись, в стоке был. 82, 41. Попробуй убей, блин. Фабрика лагеров, просто серьезно. Попался, ага. Попался, ага. Так, тут все, окей. Там наш бегает. В стойке, ну что в стойке там, я не знаю даже. Есть там кто, нет? Что-то он там палит, 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 а еще раз палит. Это дым, ничего не ясно. Двоица, короче, есть. Стоит взять в руки ДСР, и все становится хорошо. Все потому, что он ас? Ну, короче, я хрен за это, я за. Я его не узнал. Я ведь говорил, КФ по уши в читах. Но чит ли он я или нет, я не знаю, честно. Так точно и не поймешь. Пацаны с А. Вот что я говорил. Пришли же. Давайте нашку, дуйте. Я умирать из-за вас не хочу. Лагаем. Ну, не я, разумеется, а он. Если кто не понял. Окейушки. Окаюшки. Ща его сольют, слили уже. Да блин, мудаки. Дайте кого-нибудь убить-то, а. Он в кишке. По-любому, да? Отванговал. Так, по-прежнему из ДСР. Пацаны, давайте в Ашку. Нас на одного меньше, их на двое меньше. Не так важно, в принципе. Но я боюсь, что меня сольют. Именно с А. Так, а вот так меня, думаю, не сольют. Оу. Что тут скажешь? Я думал, что я промазал. Окей. Сейчас он побежит. Я якобы ослеп. На самом деле я не ослеп, но при этом я... Убегаю, блядь! Фу. Запнулся там маленько. И кажись... Блин. Нифига себе быстрый. Он, походу, тот самый, да? Он и ВХ, и лагерь. Не зря его кикали. Но они кикнули. Идем дальше. Взять под контроль точку А. Осколочная! Какой ты странный, а? Взять под контроль точку А. А, это другой. Но все равно странный. А он с випкой. Единственный причем. Вылезает и сразу палит прям. Прям сразу. Ну, таких много, по идее. Может, рандомщик просто. Может, он реально ВХ. Так сразу и не поймешь, ну, блин. Такие сразу вводят в сомнение, когда пыляют заранее. Сами себя подставляют, бывают. И их банят ни за что. Так, палить неправильно. В конце концов, потянули. Так, АКшечка и пойдем. Накидали, просто так. Да ёптва. Наши кинули, что ли? По-любому. Так, там никого, походу. Там они у себя, у стока. Так, а никого? Все проверено? Не знаю, но в стоке теперь сами знаете. Блин, опять ты так быстро убиваешь-то, а? Опять не потянули. Опять посливались.
точная! В стоге хреново все. Ага. Кидает слепу. Но при этом мы все видим. Ну, короче, с Айсом-то уже давно все ясно. Ну, блин, попадаешься ему, тебе хана. Лагает еще, к тому же. Хороший счет в начале был. А теперь скатился. Убить почти никого невозможно, короче, уже. Так, ну пойдем. Там тоже опасно. Толкаются всякие еще, сливаются потом. Все, сидим. Ой, все посливались уже. Девять хп. Я не выживу. Застрял. Гребаный столб. Так и так я сдох бы все равно. Столб или не столб. Подфартило просто маленько. Убить смог хоть кого-то. Ай, мудаки. Я бы хоть убить смог. Вы меня ослепили. Сток никто не кроет. Всех наших посливали. Взять под контроль точку А. Взять под контроль точку Б. Заряд установлен. Ну, бля. Где искать-то их вообще? Патроны кончились. Еще и чешется у меня тут все. Короче, тупо слился. Он пишет. Доллар, ник знакомый. Интересно, где ты мог меня увидеть? Ну да, опять в ящик. Чистенько такое бывает. Лучше ждать, да, не лезть. Так сразу. Под контроль, точку А. Получается не очень хорошо. Почти убил, короче. 7-13. Как-то вот так получается, что ли. Я второй по счету, а там уже... Там без вариантов.